Hey, yo guys, с вами Шмики, и мы продолжаем проходить игру под названием Fallen Kings. Жук-король, короче говоря, у нас. Или не Хоули. Так, там яды я вижу. А ты кто? Я туда могу попасть? Нет, не могу. О-о-о-о! Новая вражина. Это не те, которые были. Тоже новенькие какие-то. Что взрыв дает? А он еще при смерти взрывается. Больно. Так, а с той стороны что-то есть? С этой стороны у нас ничего нет. Добро. Так, Лиана. Ага. Добро. Тихаря будем так убивать. Ой, да, это хер все-таки наносит дамаг. Но больше я его не трогаю. Это дым? Только его можно тронуть, когда он рассеивается. О, картежник. Хочешь сказать, мне... Сейчас мне повезло. Вот что я хочу сказать. Чтобы, типа, мне вот это... Покупать карты, мне нужно обязательно его находить. Привет. Какой контраст? Так, с перепутанным ты не находишь? Эта пещера так и... Наполняется влагой и жизнью. Такое изобилие прелестных дорожек и тропинок. Так, я нанес на карту все, что до чего смог добраться, даже несмотря на то, что некоторые обитатели этих мест довольно надоедливы. Купить карту области? Да. Я встретил незнакомую мне путешественницу, пока спустился сюда. Попытался было позвать ее, но у нас... Так. Стремглав... Но она стремглав промчалась мимо, даже не посмотрела в мою сторону. Очевидно, она не такая ценительница карт, как мы с тобой. Ну это, короче, та незнакомка, которую вот с вами тоже встретили. А, туда мне не попасть. Здесь вот... Так, монетку вижу. Все, карта есть у нас. Замечательно. Мысли? А, точно, точно, тут же проход, все. Да, это прикольно. Mm-hmm.
И а я думаю, что сюда очень, ну как, не рано, да? Опасно идти, на самом-то деле. Мне нужна лавочка. Хотя, ладно, сдохну, так уж и быть. Это ж типа 2D Dark Souls. Просто я пещеру вижу. А, слушать? Жалкий Скоро малек. напись. Ты подходишь, не видя страха, ты хочешь охотить так. Ты тоже охотник, как я. В тебе тоже горит это желание. Выслеживать, убивать, понимать? Тогда возьми мой журнал. Он поможет тебе. Сначала ты будешь так. Тебе будет не просто разобраться в его тексте, но чем искуснее охотник, тем проще ему понять мои записи. Отправляйся в самые глубины этих земель и так, победи живущего там зверей. Докажи, что метка охотника по праву может принадлежать тебе. О, отлично, слушай. Получено журнал охотника и журнальчик. Идем? Джуру Ноктуба. Не трать время попусту. Спускайся в самое нутро этого мира и начинай свою охоту. Так, типа охота. О, класс. Это журнал, то есть это у нас некрономикон, считай. Ползун. Пугливый падальщик, позволяющий ползущий по стенам в поисках еды. Тупой и убогий, даже убивать не стоит. Я крыл. Так, летающий хищник, упорно преследующий свою жертву. Победите еще 17 для того, чтобы расшифровать заметки охотника. Жужжалка. Так. Пространство, так, простоватое существо, которое любит жужжать и собирать все углы в пещерах. Покажи, так. Кажется, они вообще не особо замечают, что происходит вокруг. Самое то для начинающих охотников. На них можно тренироваться. Но чего же они хотят? Иногда мне кажется, что их единственная цель умереть. Матка уж. Взрослая мужжалка, настоящая молодняк в животе, атакует врагов, бросая на них свой огромной массой. Победить еще двоих, чтобы... Свои издеватели, да? Я думал, это босс был, оказывается, не-не. Так, топтун. Ползает по стенам и потолкам пещер с помощью мелких острых клешней. Охотника спит. Не, просто можно глянуть. Так. Ложный рыцарь, да? Так а где это получается был забытое перепутье? Ложный рыцарь, да? Окей, ложный рыцарь. Опарыш, который светла с ума с не... Так. Которого свела с ума странная сила. Поселилась в украденном бронированном панцире. Короче, это вот хер, который поселилась в панцире, который мы убивали. Слабаки обожают воровать чужие силы. Живут они недолго и в страхе. И мечтают однажды навести страх на тех, перед кем раньше дрожали сами. Ну, про боссов я буду читать и про тех, которые, в принципе, можно... Которые полностью открыты нам. Или хер с ним. Без тень. Что за тень? Так, тень. Отголосок предыдущей жизни. Победи ее, чтобы вернуть силы и вновь стать целым. Умирая, каждый из нас становится в мире след. Оставляет в мире след. Пятно. Уж не знаю, сколько еще это королевство продержится под весом всех этих прошлых жизней. Короче, если мы умираем, мы деремся с нашей тенью. Если мы ее не убиваем, мы...
мы теряем души. Окей. Ну, как вы поняли, я еще не сдох, поэтому... Я хочу рывок научиться делать. Вы надоели? Дайте мне научиться рывку. Так, а здесь, я думаю, нужно... Так, отлично. Ауч. Ауч, ауч, ауч. Да уж, падение было... Там до хера монеток мне попадало в этот водоемчик. А не, вот еще монетка есть. Целости и сохранности. Да блин! Я не полезу больше туда. Погнали, короче, сейчас на правую сторону. А потом вернусь в левую. Привет. До свидания. Не хочу с ним драться, то еще протыкнет, еще воду сбросит. Считай, два в одном. Ого. О, это. Новая запись в журнале. Короче, такой X-брат. Окей. Ух, тихо. Раз, два. Вот кусты я вообще не понимаю. Ай-яй-яй-яй, зацепил, зацепил. Кусты я вообще не понимаю. Так, там проход. Здесь проход. Ох ты, зараза. Я тебя даже не заметил. Не, ну вот это, знаете, с одной стороны, тоже как бы постоянный фарм на одних и тех же врагах, тоже не очень такое. Ладно, погнали тогда куда? Вниз. Так, зеленая тропа, да? Ты используешь мой хил. О, скамеечка. Так, карта обновлена. Довольно здесь дохера проходов на самом-то деле, если так посмотреть. Давайте, наверное, пойдем туда, куда нам показывают. А потом, потом, а потом, 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 потом сходим туда, куда можно. Хотя бы можно нафармить монеток. Они такие. Если будет много, будет проблема. Скорее всего, если есть X, опять кислоты. О-о-о! Окажется такой огромный монстр, да? Два минус. Извини, но ты должен был у меня побыть в списке. Списки преступников. Так, не допрыгнул. Еще раз пробуем. Не допрыгнул. Не допрыг, и последний раз прыгаем, и все. Эх, почти, ладно. Идемте дальше.
Пым-пым. Убегает куда-то, просто убегает. Непонятно, враги на самом деле в этой кустарнички. А тут прохода главное, что не показано, что он тут есть. Тихо. Взрыв. Взрыв, взрыв, взрыв. Ау. Они неубиваемые. Тут в основном какая-то трава. Блин, хер туда попадешь на самом-то деле. Там можно попытаться. Попытался. Ладно, еще раз попытаемся. Вы издеваетесь. Я не могу просто перепрыгнуть. Значит, блин, вот херня в том, что есть места, где ты не можешь пройти. Из-за того, что у тебя нету той или иной способности. И главное, что меня телепортируют. Лучше бы не телепортировало, просто как бы не отталкивало. Ну, хотя бы он не взрывается. Хотя бы он не взрывается. Так. Сверху там что-то есть, поэтому можно... О, так вы еще и так можете лазить, сэр. Это черная магия. Так, готово. Блина. Ладно, так уж и быть. Все равно заполню. Все равно заполню и пополню. Вот где я очутился? Что это за место? Да, я попал. Что за магическое место? И главное, на карте не по... А, не, есть на карте. Это какой-то неизвестный мне проход. А, это проход с кустом этим. Да нет, стоять. Попал на место. Я все-таки здесь был. Нет, я здесь не был. Блин, да. Знаете, что сейчас значит? Мне нужно заново все идти. Кайф. Просто нуис. Ладно, давайте тогда быстро просто пробежим. Просто быстро пробежим, никого не будем убивать, попытаемся, по крайней мере. Ага, хер, я уже запомнил это место. Так, я ходил.
Блин, а мог хотя бы без урона пройти. Блин, вот что-то товары там такие, конечно, не очень актив. Блин, а если у меня так до хера душ, мне придется пойти в магазин, лучше их потратить. Блин. Даже не знаю, как поступить. Так, все. Тихо, там я еще не был. А там прохода нету. Там есть жучок. Я вижу жука. Да, все. Я пошел по новому месту, где я еще не был. А, да нет, здесь тоже. Тут камешек. Здесь трава, 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 трава. Куда мне не попасть? Трава, трава. Это очень опасно. А если это босс? Блин, я на самом деле сейчас немного просрать в столько душ. Блин, это жопа. Это жопа ведь. Закрыто! Так, автомат сбора, да. По карте. А с той стороны у нас ничего, да, получается? Идентично этому ходу. Идентично. Ну ладно, 300 душ. За убийство боссы тоже дадут души, поэтому... Думаю, не так должно быть. Обидно. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Блин, запутано немного места, если вот искать на 100% вещи. Упаришься. Упаришься бегать. Так, мне нужно чисто наверх. То же самое, что и те жуки. Так, а теперь у меня варианты, куда идти. Вправо либо влево. Идем вправо. Нет, идем влево. Либо можно пойти наверх вообще. Ай, я подумал, что-то враг. Это тень бабочки. Так, осмотреть. Однажды великая разумная... Так. Так, великому разуму пригрязились лист. Пригрязился лист. И он заполнил ими все пещеры. Каждый куст... Как? В каждом кусте и каждой зале нам открывается великий разум Ун. Короче, это понятненько, непонятненько. Если брать варианты, куда идти право-лево, тогда пойдемте лучше направо, там, потому что проход не такой уж большой. Воу-воу-воу! Что он делает? Что?
Вот зараза. Эй, слышь, отходи от меня! Ух! Я думал, это типичный босс, оказывается. Ух, не-не-не. Просто не ни хера. Идемте на лавку отдыхать. Аж если бы это был босс, кажется, было бы полегче. Ух, ё-моё. По идее, его больше там не должно быть, если, ну, хотя бы я его смогу перебежать быстро. Так, не деремся, просто бежим. Просто бежим. Эш, ну так нечестно. Ну хотя бы его разводить можно на удары и можно фармить в какой-то степени душа. Пускай не так уж много, но можно. И главное, что это рядовой босс. Ё-моё, это не босс-босс, да, а рядовой босс. Класс. И что у меня брелок не пашет. Где-то я очутился, можно ли спросить, можно ли так поинтересоваться. А, эта локация та старенькая. По виду. Так, энергии. Или нет? И опять проход куда-то. А, это типа босса, я понял. Да. Слышь, не, я так не договаривался. Блин. Зараза. Давай. Да черт. Вызвала своих собачек. Блин. Ты в порядке? И что ты, по-твоему, делаешь? Как ты смеешь вставать между мной и моей добычей? У тебя привычка такая лезть не в свои дела и надоедать? Знаешь же, тля, я могучий Зод, великий славный рыцарь. Еще раз ко мне полезешь, узнаешь, почему мой гвоздь зовется жизнь уносящий. Я тебе что-то помог. Чего тебе еще? Я рыцарь. Мне нет дела до твоих детских игр. Мне нужно отдых. За глаз долой или гвоздь
Достану я. Ты чё? Ты чё, охерел? Я тебе помог, ты. Чё, охерел? Так, ладно, у меня еще был тут где-то проход, если не ошибаюсь. Я понимаю, что уже время с какой-то степени, но... Я заблудился. Так. У вас нету карты. Ладно. Раз, два. Понятные места, непонятные места для меня. Снова же здесь мне никак не перепрыгнуть. Что такое ради монеточек? Ладно, погнали, безопасно спустимся. О, я забыл, что я тебя не убью. Просто на удачках выживаю. Не, давай без этого. Преследуй меня. Не надо, скажи. Ой, нет, тот меня не трогает. Хотя заполнить надо шкалу. Так, ладно. Значит, мы типа убили босса. Типа... Или... Не, это, кажется, тоже рядовой. Рядовой враг, как и везде. Фу-у-у! Малой. Это ты? Осмотреть. Так, зеленые дети пришли в эти земли из грез. Здесь мы и будем терпеливо ждать, когда нас призовут обратно. Короче, просто контратакует. Блин, я не знаю, давайте куда-то хотя бы дойдем, чтобы я уже сохранился. Опять снова тут этот рыцарь. Так, ладно, давайте тогда до лавочки побежали. Что я чувствую, мы так будем долго. Так, а где эта лавочка стоит? Так она... Ух, ну ладно. Ой, ладно, давайте тогда на этом остановимся. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до встречи, друзья. Всем пока.